песня, которая покорила, мне кажется, очень многих. И первый, кто это был, мой муж, он мне просто выел мозг. Я эту песню, мне кажется, уже ненавижу. Абсолютно. Вы понимаете, я на сцену выхожу, еще больше людей на это смотрят. В принципе, это моя работа, я к этому привыкла. Сюжет придумали до нас. К сожалению или к счастью, у нас достаточно много работы сейчас, и просто не хватает времени для того, чтобы даже заехать в офис и поинтересоваться тем, что здесь происходит.